замечательный день рождения Щелковского перинатального центра отметили вот таким великолепным ярким флешмобом. Здесь коллектив, который каждый день трудится для того, чтобы наш округ пополнялся юными гражданами, вот таким творческим танцем поздравляет родное учреждение с днем рождения. Принимать поздравления в день рождения, пусть и раз в году, нужно ярко и эмоционально, что, собственно, и происходило в Центре материнства и детства. Здесь регулярно отмечают дни рождения, ведь новая жизнь появляется именно в стенах перинатального центра. На праздник приглашают друзей, а они от души поздравляют и радуются событию. И, кстати, в этот день сразу несколько – 2 года плодотворной работы центра и 8-тысячный новорожденный. Вы большие профессионалы, вы делаете самую, наверное, важную задачу, главную миссию. Вы влияете на показатели рождения. Каждый день рождаются в ваших стенах более десятка детей. И значит, в Щелково, в нашем любимом Подмосковье, значит, во всей стране становится больше детишек. На ваших плечах лежит не только создание комфортных, уютных условий для мам и малышей, но еще лежит большая ответственность. Ответственность, связанная порой со сложными операциями, порой со сложными ситуациями, с которыми вы успешно справляетесь. Так как являетесь высококвалифицированными сотрудниками данного медицинского учреждения. Расположенный в Щелково перинатальный центр обслуживает население 14 муниципалитетов Подмосковья. Построенный по президентской программе в 2017 году, он специализируется на оказании медицинской помощи беременным с эндокринными заболеваниями. За 2 года в центре родоразрешено 630 пациенток с такой патологией. Современное оборудование, которым оснащен центр, и профессиональный медицинский состав позволяют выхаживать детей, появившихся раньше срока, весом от 500 грамм. Здесь нет случайных людей. В акушерстве, в неонатологии случайных людей не бывает, потому что это большая, огромная ответственность, это неравнодушие, это профессионализм. Спасибо за ваши добрые души, спасибо за вашу работу, потому что наш лозунг «У нас рождается будущее». А будущее это пока спит у мамы на руках, маленькая Варвара, и не подозревает, что сегодня ее праздник. Она 8-тысячный ребенок, принятый в Центре материнства и детства в Щелкове. Растите здоровыми, на счастье вашим родным, близким и вашей семье. Я родился в Подмосковье. С 1 сентября всем мамочкам, которые будут рожать в перинатальных центрах Подмосковья, будут дарить вот такие коробки для новорожденных. По словам мам, здесь есть все, что нужно на первых месяцах и даже годах жизни. Такой подарок полностью снабжен всем необходимым. Создавался он по рекомендациям мамочек. Все, что нужно под рукой и даже больше. При желании вместо набора «Я родился в Подмосковье» можно получить материальную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Выдается она, как и сам набор, при регистрации новорожденного. Подарок действительно шикарный, и ну, тут действительно есть все. Вот я даже не могу сейчас назвать чего-то, что могло бы здесь, ну, чего бы здесь, да, не понадобилось, или чтобы, например, вот, ну, как мне, как маме, здесь могло не хватать. Ну а первый подарок получила теперь уже многодетная мама Ирина Растилова. Первых детей, а это 2 сыновей, рожала она еще в роддомах, одного в Королеве, другого в Щелкове. Принцессу Варвару произвела на свет здесь, в перинатальном центре. Разница в подходе к родовспоможению, по ее словам, очевидна. Это совсем другой уровень, это совсем другой подход. Здесь, начиная от бытовых условий, в которых находится женщина, и заканчивая всем тем вниманием, которым она окружена, ну, не идет сравнение ни с чем, что было у нас с медициной раньше. Все замечательно. Очень комфортабельные палаты, очень внимательный персонал. Еще одним приятным подарком стало и то, что теперь многие регистрационные услуги можно пройти практически не выходя из палаты. Комплексная услуга оказывается в родильных домах и перинатальных центрах
во всей Московской области, во всех родильных домах и включает в себя свидетельство о рождении, справка о рождении для получения единовременного пособия, индивидуальный налоговый номер, обязательный полис медицинского страхования, а также наша региональная услуга – это прикрепление к детской поликлинике, к детскому саду. И сейчас у нас также внедряется возможность оформления документов на получение материнского капитала. Все необходимые сервисы они предоставляются женщине на второй день после рождения ребенка. И к моменту выписки все документы уже сотрудникам ЗАГСа уже оформлены и вручаются при выписке ребенка. Так что, если вы планируете стать родителями, приходите в Щелковский перинатальный центр за подарками. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.